сильно. Я просто, просто в силу усталости забыли этого фамилию из головы. В эпоху импрессионизма он творил, он делал и картины, и скульптуры. Его отличие в том, что вытянутая голова, вот у него Модельяне, да. Модельяне прекрасный характер. Его даже сравнивать близко поставить нельзя, потому что, во-первых, первое, Модельяне обожали женщин, они к нему стояли в очередь по всем темам, по темам изображения с одной стороны, по темам любви с другой стороны. Его любила Анна Ахматова, что там далеко ходить. И Модельяне был окружен преданнейшими друзьями, его обожал Амбруаз Валлар, коллекционер. О чем вы говорите? Модельяне просто ангел Господний рядом с таким характером. Причем Модельяне умудрялся дружить с Сальвадором Дали, с которым очень сложно было дружить. Так что Модельяне не учитывается. Это из другой истории. Когда мы говорим о Караваджо, мы говорим о человеке. Я в таких случаях говорю, характер – это судьба. Не учитывая вот эти особенности его характера, нельзя разобраться в его искусстве. Причем его характер сказывался во всем абсолютно, вплоть до того, как он грунтовал свои холсты. И чем он прорисовывал первоначальный рисунок. Если вы не знаете биографию Караваджо, вы будете стоять перед картиной Караваджо, ничего в ней не понимая. Очень часто можно не знать биографию человека и прекрасно, замечательно с вами живопись разговаривает. Но когда вы хотите войти внутрь картины Караваджо, вам необходимо, просто обязательно вам, жизненно необходимо понимать, почему, от чего. Итак, вернемся к Пушкину. У Пушкина дословно звучит так. Гений и злодейство. Две вещи не совместные, а дальше вопрос. Ну правда? Как всегда у гения есть воздух для того, чтобы мы ответили. То есть вот так, как мы сегодня с вами задаем вопрос. Возможно ли такое? И судя по нашему опросу, вы мне не нашли никакого преступника настоящего такого, матерого, который создал гениальное произведение. Потому что всегда все-таки Пушкин прав, всегда гениально. Невозможно представить себе гения. Но вы себе представляете, что Гитлер был не просто дешевый ремесленник, который, так сказать, рисует из старательности, а не потому что его боженька поцеловал в маковку. И отсылает миллионы людей в газовую камеру. А по вечерам пишет гениальные акварели. Это невозможно себе представить. Другая механика для того, чтобы создавать вечные произведения искусства, механика другая. У тирана, у деспота и у ничтожества один механизм. А у гения, который созидает, а не разрушает, другой механизм. С этим кто-то будет спорить? Чезаре в Амброзе, то есть неординарность. Она не может проявляться в двух направлениях, но проявляется в каком-то одном. Ну, Ламброза, он исследователь, да? Но мы вот только сегодня с Машенькой говорили о том, зачем Шерлоку Холмсу и зачем Эйнштейну было играть на скрипке. Необходимо было для того, чтобы уметь посмотреть на любой вопрос, любое исследование, любое расследование с неожиданной точки зрения. То есть культура дает такую возможность, она дает глубину, диоптрию 3D. Обычный человек смотрит линейно, а гений смотрит совершенно с необыкновенной стороны. Расскажу историю про Владимира Владимировича Маяковского. Он как-то с друзьями после сильной попойки, такой серьезной, шел в 5 часов утра через мост
в Москве увидел вывеску магазина, они такой дорогой не шли никогда. Он впервые увидел вывеску магазина и своим друзьям говорит: о, магазин новый открыли, сказочный материал. Они подошли близко, и на вывеске было написано «смазочный материал». Но Маяковский прочитал «сказочный материал». Вы понимаете, что такое гений? У него хрусталь глаза заточен по-другому. И он видит там и то, и так, как не видит никто. И поэтому, когда мы говорим о Караваджо, мы говорим об уникальном совершенно невероятном гении, который, с одной стороны, все законы творческие нарушал, я вам сейчас это докажу даже на техническом уровне, а с другой стороны, он действительно первый художник современный. Потому что, кроме всего остального, вот то, что мы называем авангардом, то, что мы называем современным искусством, каковы его главные черты? Давайте докрутим вот эту цитату Лунги для того, чтобы понимать глубинно, что нам сказано было и с чем мы соглашаемся. Что такое современный художник? И чем он отличается от художника былых эпох, былых времен? Как вы думаете? Больше свободы, гармона какого-то определенного. Это очень правильно, и это, наверное, заслуживает того, чтобы стоять цифра 1. Нет канона, свобода, свобода и выразительных средств, каких хотите. И способов, и идей, абсолютная свобода. Еще. Что отличает сегодняшнего художника, допустим, вот ему, как говорится, кроме таланта, так по большому счету, ничего не нужно. Желательно, конечно, получить школу. Желательно научиться рисовать где-нибудь в хорошей академии художника. И все. И больше ничего не нужно. А дальше что идет? Пункт третий. Вот я сказала, что нужно раз, два. Пункт третий. Ну, трудолюбие – это вообще самый главный, главный пункт для любого художника. Если человек не трудолюбив, то все, до свидания. А вот тот пункт, когда, собственно, начинается творчество. Что сегодня нужно, как вы думаете? Новая идея какая? Абсолютно точно. Умение генерировать новые, важные для данного момента времени и места идеи, которые актуальны и которые всеми людьми, которые смотрят на эти картины, воспринимаются как абсолютно здесь и сейчас. Вот здесь и сейчас это уместно, это нужно. Да? Теперь мы возвращаемся к Караваджо, который... А может он опережать время. Может быть и такое. Что обычно опережают. Не всегда, но бывает. Редкие гении опережают. Ну вот, скажем, наши украинские гении, мы о них говорили, и Криволап, и Марчук, и Белокур, и Примаченко, и Архипенко. Они не опережали, они шли ровно в ногу со временем. И слава Богу, одновременно с ними жили и живут люди, которые понимают их искусство и понимают значимость этого искусства. Караваджо повезло. Он тоже жил во время просвещенных людей. И люди, которые жили рядом с ним, потому и закрывали глаза папы, аристократы, дожи и кто хотите, закрывали глаза на характер Караваджо. Потому что искусство, которое он создавал, было так необыкновенно, что можно было закрыть глаза на преступление, на то, что можно было пропустить. Ну давайте теперь, когда вы налюбовались автопортретом, пойдем дальше.
лютнист. Долгое время эта картина, она находится в Эрмитаже. Я помню еще времена, когда эта картина называлась «Лютнистка», а не «Лютнист». Потому что такое женственное нежное лицо считалось, что это девичье лицо. Потом был период, когда по поводу этой картины очень многие говорили, что это автопортрет Караваджо, что это он юным, себя юного изобразил. А какое-то количество лет тому назад, что-то около 7-8, может чуть больше лет тому назад, я была в Эрмитаже на уникальной, потрясающей выставке. Это даже не выставка, это такой арт-проект, который назывался «Караваджо и ароматы». И это была выставка одной картины. Рядом с картинами стоял такой стенд своеобразный, и на этом стенде были прикреплены такие резервуары с ароматами. И в каждом вот этом резервуаре с ароматами был аромат из этой картины. То есть вы понимаете, да, что рассматривая эту картину, мы с вами можем прекрасно видеть вот эти элементы натюрморта, например, эти груши. Мы можем видеть цветы, и мы можем понимать, что в одном флаконе, о котором я рассказываю, был аромат груши, в другом флаконе был аромат ириса, в третьем флаконе был аромат вот этих цветов, которые составляют этот букет, аромат розы. 9 этих ароматов отдельно звучали, то есть можно было подойти, понюхать этот флакон, и как бы у тебя в носу постепенно расцветал натюрморт, который был перед глазами. И потом в торжественной форме под музыку женщина, которая итальянский парфюмер, которая инициировала этот проект, ее зовут Лаура Тоната, эта женщина выносила аромат Караваджо. То есть она из вот этих вот всех ароматов, как пахнет старая нотная бумага, как пахнет дерево старинной скрипки. Она все это соединила и вынесла флакон, который назывался «Аромат Караваджо». Это, конечно, совершенно шедевральный был проект, потому что мы когда, значит, вот этот последний флакон нюхали и все запахи собирались, это было совершенно потрясающе и производило очень сильное впечатление. Ну, я вам рассказала просто один из моментов, как используются картины и наш аппарат, который связан с памятью, запахами. Конечно, после такого впечатления сразу в голове рождалось 1000 других картин, которые где-то как-то напоминали. Вот по аромату можно было воссоздавать в голове картины. Дальше, пожалуйста.